Всем с вами, как обычно, обзоропанк. И сегодня у меня на обзоре интересный сервер PvRoof. Это PvE-PvP сервер, базирующийся на версии 1.5.5. 6 раз, 12 классов, максимальный уровень 105, 2 РБ. Есть ПАП за камни, вплоть до 3. Финальные камни в бирже 2 ПАП за, 32 БД. Финал шмот R8R2, R9R2, ну или играет CGD. 9 ранг, кстати, требует 500 карибы. Из интересных особенностей. В теней вырезаны пассивки. Иксы открываются в одно тело и без поликов. Отсутствует игровой бот. Отсутствует дом, домопухи, ну и все, что с этим связано, кроме скиллов. А они доступны за игровой фарм. НПС я покажу попозже. Время в клане ДТВ уменьшено до 12 часов. Есть всякие фичи, типа неиссякаемые руны телепорта, которая, кстати, безоткатная. Бесконечная карта жизни, хирки и бесконечные рупоры. Ну, они с ограничением по времени, но не тратятся. Присутствуют офлайн-коты. Есть бесконечный зум, спидстарт, разморозка окна. А также плагины из заточки, вплавки, почты и т.д. в инвентаре и куча других уже зарекомендовавшихся функций, типа обновления данжей, которые вы увидите уже непосредственно в игре. Рейты сервера таковы. Стартуете вы 101 левелом, после уважухи РБшитесь. Первый РБ x2,5, второй РБ x3,25. Мара x2, Башня Будды x2, КХ x2, Мираж 100 плюс x2, Физнирка x2, Махнирка x4. В принципе, это и все по рейтам из важного. Давайте перенесемся в игру, покажем старт и сервер в целом. Как я уже говорил, при старте вы имеете 101 левел и статус благочестивый. Скиллы до 60 левела учатся бесплатно. Проюзывайте сундучок у таргета и получайте кучу всего необходимого для старта. В виде 85 шмота, пухи, различную необходимую расходку, цитатник новичка, всякие стильчики, полетик и ездового пета. Все это вам придется либо проюзать в инвентаре, либо получить у почтового ящика. После этого вам нужно будет пройти уважение, начиная с оборотней в доспехах, что берется в порте мечты, а при получении культивации вы уже сможете пройти цепочку перерождения и РПшнуться. Боссы по 89 уважению вынесены в мир и ослаблены, так что сможете пройти быстро и соло. Далее же вас ждет обычный, но очень сильно апнутый по скорости кач. Также халявные гиперы после РБ. Ну а после кача привычный геймплей с фармом и развитием персонажа. Однако весьма упрощенный, почти все подверглось изменениям и облегчениям. Или каким-то апам. Отдельно остановлюсь на шопе. Он реально объемный, куча разных стилей. Некоторые даже вроде как, ну, не видел, не помню в других проектах. Что круто. Впрочем, смотрите сами. Также есть ЛК, куда в дальнейшем будут различные всякие плюшечки добавлять. НПСы с еженедельками перенесены, там же расположили и НПСы со скиллами. Проработанный камень грез, вынесены все необходимые места. По клиенту в целом все, он достаточно крутой, проработанный. Перенесемся по интересностям различного актива. Всякие марафоны, акции и прочего такого контента здесь реально куча. Есть и марафон квестов, и левелов 8 и 9 ранга с реально вкусными наградами. Есть и активка «Приведи клан, получи голды». Не забыли позаботиться и о кланах. Марафон на захват территории 300 тысяч рублей. А также для него будет и поддержка голдой кланов спустя месяц проекта. Ну и кэшбэк клана, естественно, присутствует. В целом-то и все. Сервак не самый стандартный в плане кача и прочего развития, что, как по мне, очень интересно и незадротно. Данный проект переоткрывается, поскольку на первом открытии возникли трудности, как обычно оно и бывает все-таки. Но ребята молодцы, не сдались и делают вайп с переоткрытием 15 октября в 18.00 МСК. Купили крутейшую защиту и все должно быть идеально. Да, думаю, и будет. Если понравился сервак, залетай играть. Ну а я с вами прощаюсь. Огромное спасибо за просмотр. Всех благ и удачи. Поки.